Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Кай Ангел, Мэрилин Мэнсон. Поехали, друзья! Чувство, будто я выебал твоя труба. Я один через твоего типа, вам местным мэром группы. Я себе сейчас прямо сейчас со мной, это группа в Кикубу. Я приедем с офища домой, там не до ее можно. Я там не до ее. Так, ребятушки, начало трека. Хочу сказать, музыка хорошая, неплохая музыка. Голос хороший. Ага. Слова. Как можешь прокомментировать? Слова могу прокомментировать. Что он сделал в начале песни? Могу. Это как типа на маленький извращенец. Понимаете? Вот извращенец. Поэтому, ребятки. Ну, я не знаю, ребята. Кому нравится, слушают. А тебе, ну как? Ну, мне нравится, я же его слушала, да. Ну, это его, ну, я не знаю. Кому нравится, то слушает. Но я, конечно, не хочу, чтобы маленькие дети слушали, конечно. Маленькие дети. Маленькие это сколько лет? Ну, с первого класса по седьмой класс. Они еще маленькие, мне кажется. С восьмого они... можно уже такое слушать. А с восьмого они уже понимают все. Что это просто как, ну... Шутка. Шутка, что ли, вот так вот, понимаете? Завлечь зрителя. Понимаете, друзья? Они же думают, они же ведь знают, что... Как-то им надо привлечь. Вот он поет что? Чтобы слушали его дети, ну, взрослые, не маленькие, понимаете? Вот он и поет, и пишет эти вещи. Музыка мне нравится, ребятки. Ну, музыка у него неплохая. Голос очень красивый, ребята, очень красиво. Он может его и грубым голосом спеть. И может понежнее и спеть. И маленькую шепелявинку включить. И немножко шепелявинку включить. Это его такие, знаете, вот маленькие его хитрости. Хитрости. Ну вот мы давайте не будем, как сказать, строго судить его. Будем слушать его маленькую такую, как кинокомедию, наверное, ребятки. Понимаете? Кинокомедия маленького извращенца. Видите? Я как безбашенный. Ну, он просто, понимаете, это его песня-завлекалочка. Я так думаю. Как вы думаете, ребятки? Завлечь себе зрителя, чтобы его слушали. А потом, когда зрители будут его много слушать, он уже будет нежные песни петь. Все такое хорошее, красивое. Понимаете, друзья? Что сейчас ты думаешь, тебя никто не спрашивал. Меня не любит ни один прохожий, им все страшно. Видите, меня говорит, не любит ни один прохожий, говорит, понимаете? Потому что он, как Мэрилин Мэнсон оделся, наверное. Вы знаете же этого человека, Мэрилин Мэнсон? У него глаза разные. Один зеленый, один коричневый. И он, наверное, все страшненький. Страшный Мэрилин Мэнсон, ребятки. Да мысленно уже с тобой, еще что-то быть. Я мой свой хибачца рекой растет, черт и плык. Я плыжу как рок-звезда, но одиноко сильно. Мой черт грубый, я встала дома. Я вгариваю спина в один гамрэп канон. Распайся от бездомных криков, дай, 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 дай. Сегодня как будто people, типа дай, бич. Без тебя дай, бич, дай, бич. Я, это дай, бич, дай, бич. Ребятки, если вы знаете, ребятки, шутки в сторону, вот я так скажу, музыка очень красивая, голос у него прекрасный,
очень красивый голос, ребятки. Поет он очень красиво. Я слушаю, сижу. Действительно красиво он поет. Голоса меняет. Тонким голосом может петь. Погрубее. Вообще грубым голосом, понимаете? У него очень хороший голосовой вот инструмент, я так скажу, ребятки. Он молодец. Ну, просто этот трек, ребятки, именно как вот, ну, вот про извращенца, какого-то маньяка. Это просто такой трек, ребятки. Трек. Вот он просто такой написал. Может, настроение такое у него было. Может, да какой-то... это еще «Цветочки», мы же слушали «Гермафродит». Вот да, там, да. Да. Он просто вот, видать, может, фильм какой посмотрел. Может, я не знаю, ребята, вот. Ну, вот голос красивый у него, и музыка красивая. Мне нравится, ребятки. Но такие песни я, конечно, тоже не люблю, ребята. Нежелательно. Ну, что можешь сделать, ребятки? Вот охота была написать такой трек. Ну, мы послушали, ребята. Все.